we have stereotype in Belarus, like most of girls choosing guys foreigner, and I am thinking like, yeah, I am agree with them. I have my opinion. Maybe it's not correctly for everyone, but as for me, I guess like this, that foreigner, they generous. Belarusian women are well known all over the world for their beauty, traditional values, and strong family orientation. But many times in comments you ask me, how do they feel about relationship with foreign men? Or they prefer to date only Belarusian men? Let's ask the girls themselves. And before we start, it is also important to note that I interviewed ladies which live in Minsk and Vitebsk. These are two large cities in Belarus. All girls work in one or another spheres. Some of them had relationships with foreign men, some didn't have such experience. But please do not judge their answers like right or wrong. My goal is to show you their thoughts on the matter. Hello for everyone. I would like to introduce myself first of all. I am from Turkmenistan, but I am living already 7 years in Belarus. And I would like to answer like this. We have stereotype in Belarus, like most of girls choosing guys foreigner. And I am thinking like, yeah, I am agree with them. I have my opinion. Maybe it's not correctly for everyone, but as for me, I guess like this, that foreigner, they generous. Most of Belarusian guys, in my opinion, they are greedy, unfortunately. That's why girls all love, sure, like to spend time outside, to leave and like don't think, oh my God, how I will eat now, how I will go out, and etc. And that's why I guess most of girls choosing foreigner. Я думаю, что какого-то конкретного предпочтения белорусам либо людям другой нации лично я не отдаю. Ну и то, что девочки хотят больше встречаться с иностранцами, либо наоборот не хотят, это стереотип. Здесь все будет зависеть исключительно от человека. Да, я думаю, на самом деле девочкам интересно с иностранцами, потому что они более внимательные, более интересные, у них обширный кругозор, они настолько внимательные кавалеры, мужчины, у них прям, мне кажется, веет мужеством. Ребята белорусские более такие пассивные, диванные, я бы сказала. Да, на самом деле с иностранцами очень интересно. И вообще нам сегодня, в наше время, очень-очень интересно познавать что-то новое. Я считаю, что стереотип того, что девочки выбирают больше иностранцев, он неверный, потому что был опыт у меня пожить в другой стране, в Европе, в Вильнюсе, в Литве. И я заметила по рассказам других девочек о том, что им не очень нравится, как мужчины ухаживают, как они себя ведут по отношению к женщинам, и гораздо лучше им белорусские наши мужчины. Вот поэтому этот стереотип не подтвердился в моем случае с моим опытом. Девушки по-разному относятся к этой ситуации. Кому-то это интереснее, чтобы уехать и больше как-то развиваться. Кто-то, наоборот, больше остается в стране, чтобы тут работать привычнее, скажем так. Все зависит от того, насколько ты относишься к этому, как ты готов, как ты лоялен к перемещениям, к переезду в другую страну и готов ли ты вообще к такому резкому изменению там, климата и, в принципе, всех сфер своей жизни. Я замужем за белорусом. У меня есть знакомая, которая одногруппница моя, которая замужем за арабом, живет в Арабских Эмиратах. И у них 4 детей, она приезжала рожать сюда, в Беларусь. Что можно сказать о том, что
в Эмиратах ты как, если вот, ну, ты становишься женой, у тебя нет никаких прав, ты, скажем так, немножко не защищена в плане там, страховки, медобслуживания, еще каких-то моментов, твои права, скажем так, не полностью будут защищены. Если ты там, собираешься выходить замуж за иностранца, то, естественно, эти моменты нужно будет продумать, и если это будет удобно, да, то есть там, если это Европа, к примеру, ты получаешь полное основание для жизни в этой стране, у тебя есть там медстраховка, медобслуживание, документы, то, в принципе, почему бы и нет. Я бы встречалась скорее с белорусом, либо с русским мужчиной, но с условием, если он будет проживать здесь, то есть если строить какие-то отношения, он должен находиться рядом, отношения на расстоянии — это вообще не мое. Вот, с иностранцем общения, опыта у меня как такового не было, то есть был мужчина, который просто со мной где-то познакомился там в торговом центре, вот, мы перекинулись пару фраз, есть языковой барьер, поэтому он немножко говорил на русском, я немножко на английском, то есть это было интересно именно как бы с точки зрения изучения языка, то есть он немножко так подхватывал мой русский, я его английский, вот так вот мы на какие-то светские беседы просто общались, вот. Скорее всего, зависит от человека. Белорусские парни тоже неплохие. Ну и иностранцы, они более внимательные. Больше ухаживают. Ну, опять-таки, в зависимости уже от воспитания, скорее всего. To speak honestly, as for me, it's hard to choose some nationality. I guess all of us have different taste, and we prefer all different nationality, because as I said, we have guys different, and exception can be in any nationality, in any country. But as for me, I would like to choose Arabic guy. Because I already know about what I'm speaking, because these guys, as I need, as I love, they're more tender, more taking care, they respect them wives, them girlfriend, and it's something beautiful what in this nationality, in my opinion. And that's why I guess girls, most of them can choose Arabic guy, but moreover, I can speak about some Turkey guy group. For example, Azeri from Azerbaijan guys even can be from Armenia. A lot of nationalities, even in Belarus, I see different kind of foreigner. But if you will ask me, I prefer Arabic guys. Я думаю, что, наверное, не очень важна. Но это может быть существенным фактором, особенно для девушек, если это важно, например, в формате семьи, или если, например, девушка религиозна, тогда, возможно, это будет иметь какое-то значение. Но так как сейчас у нас мир уже довольно современный и очень активно вперед шагает, мне кажется, что все эти стереотипы постепенно как-то от нас уходят, и все больше и все проще, наверное, нам становится общаться именно вот межрасово. Но с точки зрения каких-то стереотипов относительно конкретных национальностей, наверное, это все как-то такой собирательный образ с фильмов, возможно, где-то с Инстаграма, да, там, и, как правило, это какая-то очень красивая картинка, где это симпатичные, например, те же арабы, да, ухоженные, возможно, где-то лучше выглядящие, чем наши местные мужчины, но при этом, да, за этой красивой картинкой очень часто скрывается плохой характер или, например, недостаток воспитания или, например, какие-то свои местные обычаи или традиции, с которыми очень сложно ужиться именно нашим девушкам. И в итоге вот эта красивая картинка, она просто рушится, как только эти два человека начинают вместе жить. Я думаю, что национальность особенно не важна. Сегодня мы живем в современном мире, в 21 веке, когда на самом деле самое важное — человек. Какой-то человек интересный, многогранный, общительный, позитивный, улыбчивый, что не хватает наших белорусских ребяток.
Ну, я думаю, больше всего нравятся восточные мужчины, потому что они чаще всего брутальные, у них есть борода, что как раз-таки большинству девушкам нравится. Вот, они как раз-таки вот и ухаживать умеют, вот, и, ну, их, в принципе, у нас бывает большинство, потому что они приезжают к нам в гости, потому что они знают, что у нас красивые девушки, вот, и поэтому получается так, что именно с этой национальностью больше связывает нас. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, ну, кому как, на вкус и цвет все фломастеры разные, как говорится. Всех свои вкусы, все свои предпочтения. А в целом, может быть, по знакомым ты судишь, что больше, например, там... А по-разному. Европа, кто-то в Турцию уезжает, там, Эмираты те же самые. По-разному абсолютно. Мне кажется, очень популярны турки, может быть, итальянцы. Еще немцы. Немцы, они очень, не было в Германии, немцы, они очень красивые мужчины. Сами по себе это привлекает, такие высокие, они сильные, красивые турки, ну, потому что их, в принципе, да, как бы очень много, и они сами находят наших девушек. Да, они умеют ухаживать, они очень к женщинам так любезные, трепетные. Как бы пытаются найти вот этот подход, угодить во всем. Итальянцы, ну вот тоже они как бы симпатичные, говорят, такие они все эмоциональные, страстные, да, горячие, это тоже привлекает женщин. Все уже на любой вкус, но, как правило, по статистике, скорее всего, больше турки, европейцы, итальянцы. Вот, что рядом быстро, точнее, близко все находится. Вот, ну и китайцы тоже очень часто, особенно у нас в последнее время. Вот, ну, в Турции и даже Кипр, турки и киприоты, те же турки, поэтому... Северные. Да, одно и то же. Вот, ну, арабы не исключение, кстати, у многих, если так посмотреть. А у тебя свой был опыт общения с иностранцами? Да, да. Расскажи. Да, был опыт знакомства с киприотом. Вот, но очень похожи на наших молодых людей, но такие с характером молодые люди. In general, I guess we have exception in any country with any guys, and it's just, I will repeat again about stereotype. Like stereotype, sure, that guys here are greedy, who native, but sure, I know even examples. When guys sure not greedy, they tender, they taking care of them girls, they respect them, own lives, them own rules. That's why sure it's still possible to find Belarusian good guy. But in my opinion, foreigner, sure not all. By the way, we have exception even about foreigner, but I guess these guys know better girls about taking care of them, worrying about them, asking how do you feel, what are you doing, maybe need some my help. And what I found the most beautiful in a foreigner, they respect family, they taking care of them family even till last of them days, like this. That's why woman worrying less with a man, for example, Muslim, most of them, as I know, as far as I know, they are, honestly about woman, and they worrying about family, and they worrying about them future. That's why woman will keep calm with like this man. If it will be even Belarusian guy with the same stereotype and with the same meaning, worrying about woman, helping her, because woman is like a flower. She will be more beautiful with a beautiful, good, honestly man. That's why they choosing
I guess a foreigner. Ну, кстати, да, если так вот рассматривать в формате даже каких-то знакомых, у меня была знакомая подруга, которая встречалась с чернокожим парнем, но недолго. И как она это объясняла, все-таки тем, что это скорее что-то новенькое, и, возможно, очень часто девушки это делают в качестве разнообразия, или если им не хватает чего-то вот в повседневной жизни, в обычной, что-то наскучило, и они идут туда за новыми эмоциями, получают их. Ну и, как правило, на этом все заканчивается. Хотя, наверное, примеров, где все удачно складывается, тоже довольно много. Я думаю, это, возможно, какая-то финансовая составляющая за этим стоит. Я думаю, это интерес, это разнообразить свою жизнь. Вот, путешествия, да, увидеть много других стран каких-то. Вот. Я думаю, нравится, потому что это что-то интересное, это интересный опыт, это познание другого менталитета, как человек мыслит. К тому же привлекают вот эти интересные истории, да, когда успешно вышла замуж за иностранца, и он там все бриллианты к ногам кинул, и ты там живешь с ним и строишь семью. Но, опять-таки, это не про всех девушек, то есть, ну, это все равно есть какой-то маленький процент женщин, которые соглашаются, да, на такие вещи, вот. Ну. Ухаживать умеют, что наши некоторые молодые люди ленивые очень, хотят, чтобы им все быстро, сразу, вот, но опять-таки не все. Наши мужчины очень часто говорят, что недостаточно внимания, наверное, да, уделяют девушкам, наверное, где-то, что они делают. Да, то есть вот даже те же европейцы в этом плане более какие-то более открытые, более искренние, наверное, более эмоциональные. Не знаю, просто, может быть, как-то у меня, опять же, не было опыта какого-то там большого. Он скорее был на историях других девочек. И просто наши, они как будто наши. Они нам близки по духу, по вере, по правилам, по принципам, по воспитанию даже в какой-то части. Вот, поэтому за счет этого, мне кажется, выбор и склоняется к тому, чтобы выбрать наших. Наши, наверное, немножко поприземленнее, поспокойнее. В зависимости от национальности тоже все зависит. А наши все-таки будут поспокойнее, если сравнивать восточных мужчин, там горячая кровь, там эмоции и все остальное прочее. Европейцы большинство, ну, как в моем представлении, в моем понятии, ну, может быть, немножко будет просто к тебе отношение другое, как к женщине, но тоже все зависит от мужчины, и там восточные мужчины могут там плохо к тебе относиться в каких-то моментах, и европейцы, там французы, итальянцы и так далее, тоже все зависит от мужчин. Наши, наверное, как-то такие поспокойнее все-таки будут. Ну, я не смогу так, наверное, выделить плюсы и минусы. Я думаю, отличия они есть все равно в каком-то менталитете, в каких-то ценностях даже. Вот, не знаю, что еще. Наверное, основными качествами для мужчины, если с точки зрения жизни, то это будут целеустремленность, его уверенность в себе, его какая-то внутренняя мужская сила, внутренняя энергия. А если же брать качества по отношению к женщине, к своей, либо в целом к женщинам, то здесь, наверное, да, основные качества — это верность, преданность, это уважение обязательно, это забота, это ласка, любовь. Без нее, к сожалению, ни белорусский мужчина, ни любой иностранец не сможет завоевать сердце женщин. Обожаю позитивность, в первую очередь, легкость, равновесие, спокойствие и вообще удовольствие от жизни. Открытость, наверное, доброту, брутальность. Мне важен, я сама маленькая, мне важен рост, чтобы был высокий, чтобы я ощущала себя как за каменной стеной за ним. Доброта, честность,
порядочность, позитивные мысли насчет будущего и хорошие отношения и желание жить и радовать, наверное, женщину свою, желательно только свою, вот, любовь, наверное, как-то так. Так, ну, если конкретно про меня, я ценю высокий рост, то есть это мужественность, это брутальность, это сила, вообще сильный характер сам по себе, это ум, это юмор, ну, как-то умение любить, умение ухаживать, умение знать какую-то меру, хорошо зарабатывать, конечно, кто это не любит, вот, ну, как-то так. Качество, скорее всего, честность, доброта очень важна, естественно, уважение, не просто как друга или знакомого человека, именно как девушки, как женщины, ну, и качество, наверное, развиваться, идти вперед всегда, вот, особенно финансово развиваться. Очень много девушек не понимают, или наоборот, некоторые даже сравнивают с обычными парнями и говорят, что почему вам важны только деньги на самом деле. То есть за этим последует очень большое развитие как мужчины и человека в целом. Вот. И девушке будет комфортнее, конечно, более стабильность. Before, I love to visit places like Café de Paris, for example, Fabrique, but now I have a period when I can say I'm tired from like this kind of places, but even like this, I love sometimes, for example, go to dance. For example, sometimes I love go to just listen like loud music, just like enjoy, drink some cup of wine and like feel myself calm. And places for dancing I am choosing with my friends Maslow, Medman. It's still, in my opinion, most of the like interesting places and famous, by the way. For example, Martinique, even place, you know, you can choose like a beautiful place for just sitting and taking some cup of coffee, drinking, eating, anything. But at night, you can, like, you have a chance to listen beautiful music, enjoy, and just take your time. So that's why it's three, I guess, the most famous and the most beautiful, in my opinion, places in Belarus. So, so. Very love my best friend Daryushka. Daryushka, рыжая. Daryushka. Ну, короче. По минским заведениям, в принципе, все культурные заведения, которые располагают своей атмосферностью, все классные. Те, которые вы выберете, однозначно вам понравятся. Гранд-кафе, либо Ум, либо еще что-то. Ну, все выбираем на свой вкус. And I hope that this video helped you understand the way of thinking women who live in Belarus. And please keep in mind that every person is unique and should be judged by their own qualities and characteristics rather than on stereotypes. And if you had any kind of experience in communication with Belarusian women, let us know in comments, would be interesting to read. And if you want to support this channel, you can always do that by sending a super thanks or by becoming a sponsor of the channel and get access to such kind of videos first of all. Thank you so much for watching this video and I see you in the next one.